Качество уборки решили начать проверять с проспекта автостроителей, но проверять особо было нечего. Дорожки у подъездов оказались чистыми. Ни на лавках, ни в урнах снега не было. Видимо, управляющие компании решили не испытывать терпения контролеров. Налажен контроль со стороны комитета ЖКХ. Каждый день совершают обходы дворов. Мы выводим определенный рейтинг управляющих компаний. Значит, кто хорошо убирает, кому больше всех замечаний. И, конечно, на это будем реагировать. Еженедельный рейтинг компании поможет объективно оценивать деятельность той или иной коммунальной организации. По итогам прошлой недели уже была оштрафована одна из крупнейших управляющих компаний на 130 тысяч рублей. Правда, и в этот раз не обошлось без замечаний. Основные замечания к состоянию внутриквартальных дорог. Почему? Потому что с утра дворники отработали, можно сказать, на 4 с плюсом, то есть почистили все подъезды, все тротуарные пешеходы, но техника была выведена несколько позже. Поэтому вот в силу там ресурсов, которые они располагают, я надеюсь, что после обеда они все внутриквартальные вычистят. На улице Московской больших нарушений тоже не выявили, однако ряд замечаний вызвало качество очистки пешеходных зон, соединяющих кварталы домов. Кемран Кичимайкин, Анжелика Барвинок. Наше время.